Ты играешь на Каландре? Каландр нет. Ну Каландра я знаю, я вот это смотрел, там антигрифер делал. Я с ним в одном студенте учусь. Приветствую, дорогие зрители и подписчики моего канала. Как всегда, я Супер. И меня загрифили, да, меня загрифили. Но при этом я, смотрите, что получил. Сейчас, если могу открыть. Вот. Стак алмазных блоков по случайности. Ну, давайте я вам так скажу немножко поподробнее. Значит, я хотел кого-то загрифилить. Значит, админ утпшнулся. Я даже не знал, что это админ. Он купил админку. Ну, захожу я. Ну, я грифер вообще не очень плохой, потому что уже Майнкрафт сколько там? Почти год не играл. Вот. Да, уже и управление забыл немножко. Вот. Так что да, в этой серии вы увидите, что меня загрифили. Нашел чувака, значит. Пацан сразу появился. За секунду ник Никита. Вот. Сейчас, ну, посмотрим. Сейчас я положу вещи, что мне надавали, блин, хороших вещей. Их просто терять не хочу. Что тут не нужно, думаю, вот это. Это положим, самое важное, что там. Не знаю, ну, все как бы. Давай, что там пишет. Сейчас, если позвонит, то посмотрим. Думаю, будет слышно все-таки голос в скайпе. Ну, давай. Звонит. Я, блин, настолько с людьми общался через скайп, даже что-то так там сыкотно, можно так сказать. Вот. Ну ладно, что там, человек. Давайте позвоним. Алло. Алло. Привет. Алло. Алло, 330. Слушай, давай, напиши в чат 123. Я тебе тпшню. Ну, напиши свой. Нет. Еще у меня ценных вещей по-любому нету. Даже золотые яблочки плавают. Сырайка говядина. Это. Все, давай. Давай эти тпшню. Кала. Ник какой там? Скажи свой. Чё? Скажи свой. У меня ник. Ник. А у меня какой ник, чтобы чат напишу? Albion MDR. Я на спавню просто. Ну напиши глобальный. А, глобальный, вот. Авыр фас. Вау, а ты кто? Это я. О, ты админ что ли? Да. Ё-моё. Да я без вещей тут, я тебе даже могу так показать. Остались, я их все равно подбирать не могу. А, ну ладно. А вот ты что, админ? Да. Купил креатив или что? Я себе купил. Супер админ. А сколько админка стоит? 2000. Ё-моё. Ну я просто хотел... Чё? Чё дом не построишь? Чё? Нет, ну я только что зашёл. Где-то минуту назад. А где сервак нашел? Чё, сервак просто написал, Майнкрафт сервера, 1.8.3. И всё. И зашел на сервер. Алло. Алло. А это чей дом? Не знаю. Мой, наверное. А что тут какой-то чувак ходит? ПВП отключен. Да, он мой друг. Он тогда рядом дом пока построил. А ты как выбрался? Чё? Смотри, где равнинка хорошая, здесь. Да. Ну ты чё, дурак, что? Маленький. Чё? Тебя не слышно. Маленький дом будешь строить. Ну, хватит, чё. А это чё, грибы или чё, вот эти блоки? Да, ну и... А у меня отображаются как какие-то фиолетовые. Говно грибы, удаляй их нахуй. А чё?
Из них постройка запрещена. Почему? Потому что. А почему кит-старт она раздается? Ложится. Дается. Устройся здесь, короче, вот. У меня блоков нету. То у тебя кит-старт есть. Сейчас. Кит. Подарок. А что, надо 6 раз писать? Нет, 6 секунд. А, 6 секунд. А, все. Вот, да, у меня есть блоки уже, все, попадались. Так. А что это золотое яблоко, как кубик тоже? У тебя что, моды, что ли? Что, у меня без модов вообще. Чешуница здесь. Фу. У меня просто ванильный Майнкрафт без ничего. Я пока домик начну устроить. Я закации буду строить. Закации. Знаешь Писикакина? Кого? Самого главного вот сидит Писикакин. Я не знаю. Я зашел, я там какой-то ютубера видел и все. Комп, это мой друг. Так, начнем дерево кастомать. А можете теку закрывать. Просто тут дом большой очень, блин. Ты играешь на Каландре? Каландр нет. Ну Каландра я знаю, я вот это смотрел, там антигрифер делал. Я с ним в одном студенте учусь. А что ты видео не снимаешь? Ты видео снимаешь? Мастер. Нет. У меня канал есть там 2000 подписчиков пока. Нормально 2000. У меня все, что 300. Нормально, блин, снимать. 300 где-то 60. Да, снимать тебе можно уже. Все. Дом уже построил. Двухэтажный сразу. Ты уже построил его? Нет, я одну стену построил. Красивую стену. Бля, 30 даун. Сейчас мне бы самое главное запрывать или что-то еще не запрывать. Ванда. Построил, а ну не запрывать, если запрывать. С этого блока. Сейчас давайте попозже перезвоню еще. Окей. Ё-моё, меня заглифит, капец. Лол. Глифер. Пошёл ты. Нахуй. Всё. Короче, не знаю, меня заглифит. Можно назвать серию. Меня заглифит. Ё-моё. Дом поставил, кит-старт взял. Ну, кит-старт сколько там? Да, там несколько секунд. А через 3 дня, капец. А там что ещё есть? Да, так что не надо никого доверять. В этом сервере, особенно в этом сервере. Кит, что там есть? Кит. Кит помощь. Да, мне вот именно нужна помощь. Помощь. Да, на команды 1, 2, 3, 4. Все. Ну да, вот кит помощь, она вот мне и пригодится. Ё-моё, меня загрифили, я эту серию назову. Меня загрифили, потому что я нубас вообще грифил. Ну, потому что я не грифил.
Да не, я отключусь, чё. Удалите, чё. Да, больше не спрашиваю. Зачем такие человеки, которые уже хоть меня даже не убивали, но меня же. Чё там пишет? Еще кто-то дом заплеватил, стену прям целую. Вот, и я ничего почти не смог сделать. Да, я просто заблокирую этого человека. Эй, да ладно, короче. Скапи вышло, выйду. Ну, короче, ладно, меня загрифили, меня просто убили и, можно сказать, забрали все вещи. Ну, не все, вот, смотрите, в сундуке Эндера край, все нужные вещи у меня есть для стройки дома. Стекло там самое главное есть для окна. Ну, еще через 2-3 дня кистак пропишу. Ого-го-го-го-го-го-го! Да ты что, издеваешься? Алмазы разбрасывают. Это креативщик. Ого-гось! То есть, ладно, меня закрифили, наоборот, это в пользу, потому что у меня сейчас стак алмазных блоков, целых блоков. Вы понимаете, блоков? О май гад! Ё-моё! Нормально? Стак блоков алмазных. Сейчас я их положу в сундук. Ну, вот такая серия неудачная произошла. Я просто назову эту серию. Меня загрифили. Да и как бы все. Да и как бы я новичок по грифисту. Вот это вообще мне не нужно. Положим самое важное, самое важное. Алмазы еще. Золотые яблоки. Если сможем. Вместо мясца. Вот. И как бы да, все. Дом потом построим. Ну а с вами был я, Супер, меня загрифили. Всем удачи и всем пока.